Ну что, запускаем. Предчувствие у меня. Потом надо основную пройти, и только потом вот это откроется. Так, что там? Пролог. Даже где-то я сохранял. Темный шепот, да. Миссия Темный шепот. Вроде как там три миссии. Настала эпоха перемен, Амун, падший из Зелнага, возродился где-то в космосе. Я это вроде читал. Построив дополнительную базу на новое месторождение ресурсов, вы ускорите производство войск и сможете занять укрепленную позицию ближе к линии фронта. Конечно, основную кампанию интересно, но надо пройти, что тут за пролог. О чем здесь будет разговор? Если пролог, наверное, что-то в прошлом, что было. Какая-то протосская предыстория. Так, товарищи, добывают. Тут, как всегда, везде надо вот этих строить зонки. Рой Керриган собирается разрушить реактор станции. Мы должны освободить наших братьев, прежде чем это произойдет. Так, реактор станции. Чё это? Темный прилад. Чтобы добраться до пленников, нам придется пересечь путь, по которому следуют войска зергов. Избегайте встречи с зергами любой ценой. Выступайте лишь когда поблизости не будет роя. Так. Реактор, что там еще? Пилоны надо ставить. Это у нас что? А, это корабль. Это что? Сталкер, это, короче, открывает. Часовой. Рой собирает силы для удара. Воины, держитесь подальше от зергов. Ну, времени нет вроде какого-то, что разрушится там что-то. Вперед, слуги мои! Убейте всех рабов-гибридов до единого! Так, дальше строим. Так, ворота. Нужны архивы. Что может строить вообще? Ну-ка. А, врата. Это вот это казармы, короче. Оружейное — это исследование. Ядро у нас есть. И пушка. Ничего себе, пушка прилично стоит. Оружейную построим, наверное. Пока надо полностью минералы поделать. И газ тоже пускай добывается, а то по нулям стоит. Так, а будут нападать? Нет, я вообще без понятия. Надо подразведать. Здесь вроде как выхода нету. А нет, есть здесь выход. А здесь что? Здесь вроде нет. Ну, значит, надо вот здесь фотоночку, наверное, пилон поставить.
уничтожьте базу протосов во славу нашего повелителя. Кто-то идет. Ради возмездия. Мы крадущиеся дни. Будь по-твоему. Так, что там строится? Еще? Ну давай. Так, Зило, часовой. А где сталкер-то? Серги собирают войска. Врата. Наверняка они планируют вскоре нанести удар. Сталкера еще одного подделали. Разрушьте центральный реактор. Реактор должен уцелеть. А как? Как понять-то, что они его разрушают? Давай-ка фотоночку поставим. Так, вооружение, чё? Атака. Наземным войскам. Я здесь, среди теней. Да уж. Освободить пленных. Так, 5, еще 2 потом. Врата искривления. По-моему, это покруче тема будет. А, да у меня оружейная-то была, оказывается. Ну ладно. Вот так сделаем. Так, часовой, это у нас перезарядка, охранный щит. Нормальная тема, наверное, надо попробовать одно замутить. А, или что это? Это строение такое? Ну-ка, давай-ка. А, не, это же они телепортируются типа в район пилона. Так, 2, 3. Я здесь, среди теней. И перезарядочка. Учение завершено. Тогда еще надо построить. Так, щита это что? Это какое-то поле.
А это типа постоянно щиты восстанавливают. Понятно. Улучшение завершено. Скоро пойдет в атаку. Нам нужно соблюдать осторожность. Разрушьте реактор до основания. Того требует королева клинков. Я здесь, среди теней. Погнали, короче. Пленным к этим сходим. Наши товарищи-то здесь где-то, да? Не стоять у них на пути. Благодарим вас. Мы уже не надеялись спастись. О. Что тебе известно об этой лаборатории, Зелот? Тираны. Они пытали нас и ставили эксперименты с нашей плотью. Многие из нас погибли. Я уже видел подобную мерзость. Но Нарут мертв. Кто же доставил вас сюда? Увы, я не могу сказать. Претор, мы хотели бы присоединиться к тебе и отомстить за гибель наших братьев по оружию. Тогда готовьтесь к бою, тамплиеры.
Корпус Мёбиуса. Рой идет за вами. Волна неотвратимой смерти, что мы несем, вот-вот накроет вас с головой. Воины! Неподалеку от вас еще одна камера! Вперед! Свершите возмездие, которого вы жаждете! Так, как туда прорваться-то? Где-то здесь? Тираны вызывают подкрепление с помощью пилона. Но это невозможно! Они экспериментируют с нашими технологиями. Мы должны уничтожить врага и захватить пилон. Активируй пилон. Сложно поверить, что столь примитивные создания смогли разобраться в наших технологиях. Отлично. И еще пилон есть. Это дополнительная тема. И надо... Где? Назначим сейчас... Рой скоро пойдет в очередную атаку. Пустота холодна. Рабы гибридов Амуна не заслуживают жалости. Поглотите их всех. Больше пилонов. Куда отсюда? Вот сюда. Получили дополнительный проход к Нексусу. Тебе остается все меньше времени, Зератул. Керриган, тебе не хуже меня известно, что Амун жив. Убийство гибридов не имеет смысла. Мы должны пробудить Зелнага. Она не отвечает. Воистину легче договориться с камнем, чем с зергом. Осталась последняя камера, Зератул. Мы больше не можем ждать.
поле боя. Я здесь, среди теней. Приобретем славу на поле боя. Контроль над обоими пилонами. Вызываю подкрепление. Я здесь, среди теней. Ударим по ним изо всех сил! Гибриды на свободе. Уничтожить их. Рой готовится атаковать последний рубеж корпуса Мёбиуса. Нам следует поторопиться. Слуги мои, сражайтесь и убивайте. Пора с этим покончить. Еретики никогда не дерзали приближаться к нашим мирам. Значит, их направляет ОМОН. Тамплиер, где они держали вас? В храме Зелнага, подобного которому я никогда не видел. Они называли его Эрис, но не говорили, где он находится. Корпус Мёбиуса и Талдаримы служили под началом Наруда. Он должен был знать местоположение храма. Система Атриас. Именно там переродился ОМОН. Она лежит в глубинах квадранта Сигма и охраняется Талдаримами. Ты помог разрешить мою проблему, Зератул. И честь обязывает меня помочь тебе. Мы вместе захватим этот храм. Вот так вот. Так, убивать зерги, но это мы не убивали. Дальше. Мои войска закрепились на участке рядом с храмом. Мы готовы выступить против Талдаримов. Воистину, это будет славная битва, брат мой. Зырим. Укрепите склоны, ведущие к вашей базе фотонными пушками. Так отбить атаку будет проще всего. Это можно.
Укрепляться я люблю. Особенно похожими пушками. Храм Эрис. Его древние стены скрывают нашу последнюю надежду. Алтаримы, запечатайте врата. Пока я не закончу, никто не должен меня тревожить. А тот, кто нарушит мой приказ, заплатит кровью. Владыка Талдаримов здесь? Это не сулит ничего хорошего. Но это еще не конец наших бед, Зератул. Этот мир в агонии. Находящиеся под корой планеты запасы Веспена нестабильны. Он постоянно извергается на поверхность. Образующиеся в результате разломы — наш единственный способ получения газа. Чтобы собрать армию, нам нужно будет их захватить. Надеюсь, этот храм стоит таких усилий. Маина. Я — голос затмения. Что ты предложишь? Пока ничего не ясно. Так. Зератул, давление в ядре планеты нарастает. С помощью этого индикатора ты сможешь следить за текущей сейсмической активностью. Приготовьтесь выдвигаться. Скоро должно произойти извержение. Я здесь, среди теней. Сейсмическое давление, и это что означает? Это газ, что ли, идти собирать или что? Так, склоны, он говорит, где-то какие-то. Так, ну пока я вход вижу здесь. В этой области формируются разломы. Нужно поторопиться, чтобы успеть собрать Веспен. Шизал.
Так, нужно построить больше пилонов. Пилоны, пилоны. Давай-ка пилонов построим. Не хватает минералов. Вы бесполезны для замысла темного бога. Он не потерпит вашего существования. Кто это? Атакующий отряд? Оружейная нужна. Хорошо, по времени не ограничивает, никто не торопит. Халдаримы ведут добычу среди этих скал. Да, мои сканеры указывают на сильную сейсмическую активность в этой области. Вероятно, там есть что-то ценное. Нам нужно взглянуть поближе. Без пена-то нет совсем. Уничтожить скалы. Они сами их уничтожат, нет? Ладно. Скоро начнется еще одно извержение. Я ожидаю появления разломов в отмеченных местах. Погнали. Лишь смерть способна смыть ваши грехи. Thank you.
Так, тут есть фен, какое-то доп. Задание еще. Канал выхода Виспена. Искатель пустоты на орбите немедленно начнет добывать оттуда газ. Мы едины с тенью. Этот мир и все, что в нем находится! Так, ну звездные врата надо построить. Враг познает нашу ярость. Зараза, блядь. Айур.
извержения. Отмечаю на карте его расположение. Поле боя. Парада Курал. Мы обретем славу на поле боя. Шиснал. Твоя воля исполнится. Энтарот Ассадар. Мы обретем славу на поле боя. Автоматическое ядро активировано. Сопровождение, блядь. О, патруль какой-то. Да будет так. Приступаю к аннигиляции. Так, что у нас вооружение-то было? А последнее исследование. Улучшение завершено. Завод робототехники.
здесь, среди теней. Потом еще архивы, маяк, еще там ураганы какие-то. Скоро начнется еще одно извержение. Я ожидаю появления разломов в отмеченных местах. И роботехнический узел. Теней. Пустота холодна. Так,
обнаружили еще один канал выхода. Согласно данным о сейсмической активности, остается еще один. Еще один.